Привет, меня зовут Людмила Булдакова, я являюсь партнером проекта «Дай себе шанс». И сейчас я покажу, как убрать пиликанье в скайпе. Нам нужно открыть свой скайп. Нажимаем вкладочку «Звонки», далее «Звуковые настройки», выбираем «Звуки». Нажимаем галочку «Входящие сообщения в недавнем чате», «Входящие сообщения в текущем чате». Все, вот галочки везде проставлены. Контакт сети. Мой контакт вышел из сети. Я отправляю сообщение. То есть все можно вот сделать беззвучными. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Надеюсь, что была вам полезна.